Трасса 101. Приветствую, в эфире Трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. В Государственную Думу внесен законопроект, освобождающий граждан от обязанности предъявлять полис ОСАГО при перерегистрации транспортного средства в ГИБДД. Причин для этого, по словам авторов инициативы, две. Во-первых, после постановки машины на учет собственник ей может и не пользоваться, соответственно, автогражданка ему ни к чему. Во-вторых, проверка наличия ОСАГО – это прерогатива инспекторов, которые непосредственно контролируют дорожную обстановку. Трасса 101. В России есть свой народный автомобиль. Это «Лада Гранта», заявил глава Минпромторга Денис Мантуров. Модель, по его словам, соответствует необходимым требованиям безопасности, а ее стоимость демократичная. Благодаря господдержке ценник может быть менее 700 тысяч рублей. Кстати, через год «АвтоВАЗ» собирается представить новую «Гранту». Что это будет, рестайлинг или следующее поколение, не уточняется. Трасса 101. Россиянам хотят разрешить прекращать регистрацию транспортного средства через госуслуги. Новшество позволит оперативно снимать с учета, в том числе, угнанные авто. Тогда хозяину машины не придется лично являться во всевозможные инстанции и доказывать, что автомобилем он не пользуется. Кроме того, автовладельцы могут получить возможность заявлять о смене собственника авто сразу же после его продажи, а не по истечении 10 дней. Цель – избежать ситуации, когда прежним хозяевам продолжают приходить штрафы за нарушение ПДД. Трасса 101. В нашу страну по параллельному импорту начали поставлять китайские кроссоверы Jetour Dashen по цене от 2 миллионов 590 тысяч рублей. В Поднебесной машина стоит на миллион с лишним дешевле. Выпускаемый с 2022 года автомобиль оснащается бензиновым двигателем мощностью 156 либо 197 лошадиных сил, шестиступенчатой механикой или семиступенчатым роботом. Привод только передний. В оснащение входят в том числе светодиодная оптика, автоматический дальний свет, выдвижные ручки дверей, система кругового обзора. На этом все. Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Трасса 101». До свидания. «Трасса 101».